попадает. Шипачев, 7 секунд, Лямкин! Спасает Рейдеборг. Все! ЦСКА! Трехкратный обладатель Кубка Гагарина! У них равенство с Акбарсом! Это лучший матч, который я видел в своей карьере. Это действительно, вне зависимости от того, кто победил. Акбарс — это просто мега-красавцы. Выйти снизу турнирной таблицы, дойти до седьмой игры. И они так близки были к своему кубку, но ЦСКА, конечно, что-то невероятное сегодня створили. Да, были шансы у Акбарса, два удаления, и вот это удаление Дидзе в конце, и были моменты, попади Гали, попади Лямкин, опять же, но ловили шайбу на себя армейцы точно так же, как игроки Акбарса. Поздравляем ЦСКА! Невероятное выступление в текущем чемпионате. 3 серии из 7 матчей. Казалось, что финальное складывается легче всего. Команда повела 3-1, дальше 3-3. Сегодня все решилось в Казани, в 7-м матче.